Внимание! Осень вступает в свои права. В ближайшие дни метеорологи прогнозируют в Иркутской области заморозки и сильные дожди. Начнет серьезно портиться погода уже сегодня ночью. Так, в северо-восточных районах Прибайкалья ожидаются ливни и заморозки до минус 6 градусов. В отдельных районах можно будет наблюдать за мокрым снегом. Непосредственно в столице региона в ближайшие сутки погода также изменится. Ночью температура опустится до плюс 5, а днем в городе выпадут осадки в виде дождя, который будет сопровождаться порывистым ветром до 13 метров в секунду.